Че, народ, делайте ставки, вылечу я с первого в первом же туре или нет. Вау! Вау! Видимо, не вылечу. Бля, он БББ спамит. Господи, ему вообще плевать, что происходит. Нет. Ага, у меня так и не починилось. А, не, нормально. Он дернул провод? Серьезно? Че это, блядь, было? Что за хуйня, блядь? Он реально дернул провод? Что за бред, блядь? Вроде лага с ним нету. Он типа вроде как бы тоже из рашки. Ну, посмотрим, будет ли он дергать провод сейчас. Блять. Это все комба, господи. Блядь, ты должен был улететь. Нет, он отстепил. Он так и будет ходить? Дернет провод? Или это все-таки случайность была? Мы же в ФТ2 играем, да? Кто-нибудь может мне сказать, ФТ2? Вроде ФТ2. Да, выступ 3. Блин, он так ходит смешно постоянно. Ой, как я запорол. Блин, он должен был долететь до стены. Блять.
блядь, куда он полез? Нет! Нет, он пошел и бросил меня в спину. Господи, нет, за что? Бля, я думал, я там в ФЦ буду. Ну ладно, не важно.